информационное агентство ТТМ Сила. Время Капана Андрей. Сегодня в фитнес-клубе Йод проходит 5-й юбилейный международный турнир по пауэрлифтингу и жиму лежа Open Харьков 2018. Стоит отметить высокий уровень спортсменов. Сегодня большое количество рекордов, как в троеборье, так и в жиме лежа заявлены сильнейшие спортсмены Украины. Представители Ирака также будут присутствовать на помосте. Ожидаем зрелищной, насыщенной борьбы. Большое количество людей интересуется, приходит смотреть, то есть спорт развивается, федерация РАФ 100% в частности развивается, повышается уровень проведения соревнований, мы со своей стороны делаем все для того, чтобы спортсменам было комфортно выступать, интересно выступать. В дальнейшем мы не будем стоять на месте, и следующие турниры будут проходить еще на более высоком уровне, будут приезжать еще более сильные спортсмены. Также хочу пригласить всех желающих поучаствовать в следующих соревнованиях. Следующий турнир состоится в июне, это будет соревнование по подъему на бицепс, становой тяге и многоповторному жиму. Также международный турнир. Три года назад я пришла в тренажерный зал, чтобы начать заниматься фитнесом, потянуть свое тело, привести в форму. Мой тренер Тищенко Петро является вице-президентом Федерации Харьковской области по пауэрлифтингу. Предложил мне выступить на соревнования по троеборью, поскольку были определенные результаты, показатели. Я выступила сегодня в 48-й категории, выполнила, надеюсь, мастера спорта. В дальнейшем планирую заниматься, поскольку мне это очень нравится. Я считаю это довольно-таки женским видом спорта, потому что нужно заниматься, привести себя в форму, держать себя в форме. И это достойно результата какого-то, чтобы подражать. Занимаюсь спортом с детства, конкретно пауэрлифтингом занимаюсь 5 лет. Ну вот добился некоторых там результатов. Могу сказать, что спорт для всех. Не существует ни возрастных, ни весовых категорий. То есть приходите в любом возрасте, в любом весе, добивайтесь целей, ставьте для себя цели. И все получится. Прекрасный спорт, уверенность в себе, сила. Турниры всегда проводятся на высоком уровне, Урал 100. Хотелось бы поблагодарить Петра Тищенко, вице-президента Федерации, за то, что уделяет много внимания спортсменам. Мы рады приветствовать всех спортсменов. Сегодня их достаточно много. Как и всегда, мы принимаем очень много спортивных мероприятий. Мы позиционируем себя как спортивный клуб. В нашем клубе очень много спортсменов тренируется в различных направлений, в том числе и пауэрлифтинга. Всем участникам мы желаем побед, сил, здоровья, чтобы не получали травм. Это очень важно для спортсменов.